Привет, друзья! На связи с вами опять Сергей Куликов, и это значит, что фокусы с картами обучения от моряка снова с вами в прямом эфире. В этом видео мы с вами разберем опять же художество Эдварда Марло, фокус, который называется «Обратный отсчет». Не будем тянуть время и сразу перейдем к просмотру. Итак, друзья, давайте посмотрим, как выглядит фокус, который называется «Обратный отсчет». Ну, для начала мы с вами, конечно же, опять потасуем колоду. Хорошенько потасуем, так сказать, уважим ее. Можно проверить ее на наличие разного рода дефектов. И теперь дадим зрителю запомнить абсолютно любую карту. Ну, к примеру, вот эту. Хорошенечко подснимем. Ну и для пущего эффекта, чтобы я вообще не смог найти вашу карту, давайте еще раз помешаем как следует. Но! Стоит мне лишь разочек щелкнуть пальчиками, и появляется карта. Что? Ты говоришь, это не твоя карта? Ну, никто и не говорил, что это она. Это всего лишь указатель. Новая колода маякнула моряку, мол, тебе нужна цифра 10. Отсчитаем 10 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И появляется ваша карта, уважаемый зритель. Вот такой вот прикольный фокус Эдварда Марло. Если он тебе сейчас понравился, то прямо сейчас кликай по иконке с изображением кораблика. Поднимайся ко мне на борт, и ты будешь в числе первых, кто увидит новые видео. Ну что ж, теперь давайте перейдем к обучению этому фокусу. Итак, друзья, давайте посмотрим, как выполняется фокус «Обратный отсчет». Для этого фокуса нам, во-первых, нужно найти десятку, любую карту десятку, и сделать ее пятой снизу, но перевернутой лицом вверх. Как это делается? Смотрите. Возможно, у вас свой вариант найдется, но посмотрите, как делаю я. Мы просто тасуем карты в поисках десятки. Тасуем, пока десятка нам не попадется. Можно поболтать со зрителями в этот момент. Вот, к примеру, попалась десятка. Далее, я перевожу ее наверх. Она у меня становится верхней. Теперь мне надо перевернуть ее. Я говорю зрителю, что можно даже проверить колоду на наличие дефектов. Далее, я долистываю до этой десятки, колоду поднимаю чуть вверх. Вот так вот ее собираю. И большой палец левой руки помещаю сюда, чтобы скрыть десятку по максимуму, да, чтобы во время движения ее не спалить. Далее я поднимаю колоду на зрителя, чтобы его взгляд был на торец ориентирован. Чтобы он видел не вот эту часть, а в основном, чтобы он видел торец. И переворачиваю это дело. Так вот, раз. Таким образом, десятка у меня стала снизу. Далее. Я тасую пробежкой 4 карты. 1, 2, 3, 4. И бросаю оставшиеся поверх. То есть у меня десятка стала пятой снизу, причем лицом вверх лежит. Все, окей. Теперь мы готовы показывать фокус. Значит, вот так вот колоду чуть-чуть сдвинули, чтобы она у нас была не просто ровной, а вот именно вот под таким вот наклоном, да, как бы трапециевидная такая вот. Помещаем все пальцы вот так вот. Мизинец, все остальные, значит, лежат у меня вот здесь. Теперь я начинаю пролистывать и даю зрителю запомнить любую карту. К примеру, останавливаюсь здесь. Валет пик. Он запоминает. Я этого валета слистываю и сразу же это место беру на брейк. То есть получается, что можете на мизинец перевести этот брейк. Ну, я не считаю нужным переводить его на мизинец. То есть, как только вы скинули карту, перевели на брейк, и можете руку сразу перевести в сторону, чтобы взгляд зрителя шел вот сюда, вот на рубашке. Не сюда на торец, а вот именно на рубашке. Держа таким образом карты, я начинаю подснимать. То есть, я снимаю 1/4, потом я снимаю на брейке, потом я снимаю еще половинку оставшуюся, вот эту, да, половинку вот этих вот оставшихся карт,
Здесь у меня моя карта, которую зритель запоминал. И на эту карту я кладу 4 наших карты вместе с десяткой. Вот так вот ее положил. Итак, то есть сейчас у нас идет вот раз, десяточка, да, и пошло раз, два, три, четыре, и пятая карта наш валет. Но нам надо сделать валета десятой. Для этого нам необходимо произвести фаро-шаффл. Причем фаро идеальное, чтобы карта одна в одну вошла. То есть вы можете схалтурить вот здесь вот наверху, да, но вот здесь вот в районе десятки они должны вот именно одна в одну войти, а иначе не получится. Если одна в одну войдет, значит у нас валет станет десятым. Итак, мы берем и выполняем фаро-шаффл. Так вот, раз. Потасовали. Что мы имеем теперь? Наша десяточка, конечно, стала чуть подальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И десятая валет. С помощью фара шаффа мы сделали валета пик десятой карты. После чего можем щелкнуть пальцами, немножко поболтать, там чего угодно поделать. Главное, что все у нас уже готово, да? Раскладываем карты. Где наша десятка здесь? Чего-то не вижу десятку. Вот она. Мы раскладываем карты и говорим, вот, мол, щелкнули пальцами, и появляется твоя карта, да? Ну, зритель, конечно же, сразу говорит, ты что, это не моя карта, я не ее запоминал. Вы говорите, что это просто указатель. Колода мне просто подсказывает, какая карта мне нужна. То есть, десятая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и появляется десятая карта, наш вален. Вот такой вот фокус. Довольно-таки он интересный, немножечко необычный. Необычный тем, что для фокуса необходимо уметь делать фаро, шаффл. Причем фаро делать желательно идеальное. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Обязательно поднимайтесь ко мне на борт. И до встречи в следующих видео. Пока!